черным клеймом. Долго его ожидал, и теперь он в руках. Это ответ, почерк знаком. Это подарок для тех, у кого жизнь в сапогах. Может быть, в нем тайны любви. Скромные строки не скроют восторженных фраз. Может быть, в нем глупые сны. И все ж чертовски приятен и дорог для вас этот синий конверт. Странный конверт, что тут гадать? Ровные строки не скрыли молитвенных слов. Милый, прости, не стоит писать. Я, вероятно, ошиблась тогда, говоря про любовь. Милый, прости, не стоит писать. Я, вероятно, ошиблась тогда, говоря про любовь.